Всех приветствую! В эфире Телегид, в студии Анна Троян. Вот и январь пролетел незаметно, на пороге заключительный месяц зимы. И его проведем так же уютно. В помощь нам премьеры и ленты для семейного просмотра. Подробности смотрим в нашем обзоре. Непридуманная жизнь нас ждет по будням. Премьера сериала на ЛРТ. Судьба главной героини Кати плотно переплетена с историей нашей страны. Она пережила гибель отца в сталинских лагерях, похоронила маму, не сумевшую пережить трагедию. Потом в жизнь Кати пришла любовь, яркая и красивая, а после – горькое разочарование в дорогом человеке. Что поможет нашей героине пройти через все испытания? Смотрим по будням. Давай папе скажу, он за тебя дядя Егора попросит. Лёлечка, не вздумай, ты просто не понимаешь. Егор такой человек. Нет, если я начну унижаться и просить, чтобы за меня заступились, да он меня уважать перестанет. Начнет меня пустым местом считать. Кать, ты что, его так любишь, да? Ну скажи, да? Да. Провести один день в разных городах предлагает ЛРТ по будням. Еще одна новинка на нашем канале – цикл документальных фильмов о главных достопримечательностях мира. Теперь вам ежедневно предстоят путешествия. Краткий, но исчерпывающий гид покажет, как всего за один день понять суть города и побывать в его самых необычных и секретных местах. Это совсем не «Орел и Решка», но очень познавательно. Вам понравится. Колбасы, колбасочки, сосиски, сосисочки, которыми так славится Германия. Попробуй посчитать количество видов или сортов сосисок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Как зубов. Так хочется есть. В завершении рабочих будней ожидайте в своих домах маменькиного сынка. Французская комедия – отличный повод провести пятничный вечер вместе с семьей. Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана Рене. Однако 19-летний сын Виолетты не в восторге от их отношений. Он решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери. Как? Смотрим 31 января в 22:00. А что не так? Ты ж не слепая. Он урод. В любом случае, нормально хоть не сюсюкаетесь, как дети. Вот это было чудовищно. Он вовсе не урод, просто не умеет одеваться. Ну прости, я видел его всего 2 секунды. Уши мне понравились. Он мне напомнил любимого героя из детских мультфильмов. Кого? Чебураха. Слушай, прекрати издеваться. Вы, молодежь, ориентируетесь исключительно на внешний вид и всякие штучки. Да все в порядке. Не ставь его под прожектора и все. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Точная наука уступила первую ступень пьедестала дисциплине гуманитарной. Кроме эмоционального багажа, учитель английского языка Екатерина Тюняева получила наградную статуэтку и диплом победителя конкурса. Я не думала и даже не подозревала, что мы сможем победить. Наша школа сможет выйти вперед. Конечно, может быть, где-то и мы и думали, и готовились к победе, но, тем не менее, борьба была хорошей, честной, справедливой. Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Нет? Тогда проводите субботний вечер в компании нашего телеканала.
неаполитанская семья – это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже ставших родными соседушек. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека – штука тяжелая. Однако школьный психолог неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем небольшая итальянская семья, а первая любовь. Как специалист поможет герою? Смотрим 1 февраля в 22:30. Посмотрим, кто будет работать вместе с тобой. Господи, пожалуйста, скажи Манчини. Прошу тебя, Господи, я люблю тебя. Я перестану есть шоколад, не буду ругаться матом. И по воскресеньям буду ходить на мессу в 7 утра. Манчини, Людовика. Внутри я чувствовал себя так, но внешне это выглядело вот так. А воскресенье – время узнать цену страсти. У нас прыгун. Сколько раз офицер полиции Холли Случетти слышал эту фразу? В очередной раз он должен уговорить человека, стоящего на карнизе крыши, отказаться от прыжка. И все это не самый простой день для него самого. Время идет, и он начинает понимать, что все идет не так, как обычно в таких ситуациях. В течение часа он узнает не только о невероятной истории любви и страсти отчаянной пары, но и цене, которую придется заплатить всем. Подробности смотрим в воскресенье. Позавчера я видел умирающего ребенка. Его родители погибли в автокатастрофе, и он сам тоже был при смерти. И он спросил меня, существует ли рай. Я ответил, да, существует. Там твои мама и папа. Что бы ты сказал на моем месте? Прости, друг. Нет доказательств? Нет. Я бы, наверное, точно так же соврал, как и ты. На этом все. Познакомиться с нами поближе вы можете на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях, тогда вы будете в курсе самых актуальных событий. С вами была Анна Троян, ваш личный источник вдохновения. До встречи в эфире. Пока-пока.